Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Як завжди, у цій порі обговорюємо важливі та актуальні теми. Лежали на холодній землі і не рухалися. На житло в масиві Парус перехожі рятували п'яних дітей. Хлопчикам на вигляд 10-11 років. Перехожі викликали швидку та намагалися хоч якось допомогти дітям. Пише сайт «Дніпро регіон» з посиланням на очевидців події. Реально, це була одна з найжахливіших картин, яку я бачила у своєму житті. Ми з чоловіком йшли на зупинку, але побачили на землі людей і зупинилися. Коли я побачила, що то ще зовсім діти, в мене серце ледве не зупинилося. У самої дочка 10 років. Я подумала, а якби це була вона чи її подруга? У цей час жіночка з балкону виконала пляшки з водою, а інші жінки стелили тим хлопцям куртки під голову, бо вони лежали на холодній землі і ні на що не реагували. У стані алкогольної коми дітей шпиталізували до Дніпропетровської міської клінічної дитячої лікарні номер 6. Про це повідомив директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Раді Шевченко. Двоє дітей, 12 років у мене. Синам по 10,5 років, я не уявляю, як це можливо. Бригада приїхала, без свідомості знаходилася в сопорі, двоє дітей в стані алкогольного сп'яніння. Куди дивилися батьки, чим вони займалися взагалі, чи є ті батьки, чи вони поячили разом з дітьми, не розумію. Зараз не поодинокі, на жаль, такі випадки. І госпіталізували після надання екстреної медичної допомоги, проводили інфузійну терапію, проводили підтримку дихання, шпиталізували в одну з лікарень міста Дніпро. З початку року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість випадків доведення дітей до алкогольного сп'яніння зросла у 6 разів. У 2 рази більше поліцією області зареєстровано і випадків продажу алкоголю неповнолітнім. Розповів відкритому заступник начальника відділу ювенальної превенції у Дніпропетровській області Михайло Поштарук. За 4 місяці поточного року на території Дніпропетровської області поліцейськими ювенальної превенції виявлено та задокументовано 144 факти доведення неповнолітніх до стану сп'яніння. Якщо брати у порівняння з минулим роком, у нас було лише 25. Загальна відповідальність передбачена за вказане правопорушення від 6 до 8 неоподаткованих мінімів доходів громадян. Це становить від 102 до 136 гривень. Крім цього, поліцейські ювенальної превенції постійно проводять рейдові заходи щодо виявлення, документування фактів продажу особам, які не досягли 18 років, як алкогольної, так і тютюнової продукції. Наразі вже задокументовано 109 фактів. Якщо брати порівняно з минулим роком, було 57. Загальна відповідальність за вчинення даного правопорушення у нас передбачено від 6800 гривень до 13600 гривень. За наслідками розгляду адміністративних матеріалів відносно осіб, які доводили неповнолітніх до стану сп'яніння, адміністративними комісіями накладено штрафні санкції на суму 11822 гривні та 382900 гривень стосовно осіб, які здійснювали продаж особам, які не досягли 18-річного віку, алкогольну та тютюнову продукцію. З чим пов'язана тенденція зростання вживання алкоголю серед дітей та підлітків? Де у Дніпрі та області лікують залежності, у тому числі алкогольну? Про це та інше сьогодні будемо говорити разом з членкиною Координаційної ради з протидії поширення наркоманії серед неповнолітніх Дніпропетровської обласної ради, експерткою з наркології управління охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації, заслужена лікарка України Наталія Біла в гостях у студії. Вітаємо вас, пані Наталія. Добрий вечір, добрий вечір. І одразу, з чим пов'язана така невтішна статистика і ось такі жахливі інциденти, пов'язані з неконтрольованим вживанням дітьми алкоголю? Ну, во-первых, я дуже щаслива, що ви піднімаєте цю тему. Тема дуже актуальна, тема, яка сьогодні необхідна рассказывать и доказывать родителям, потому что сегодня несовершеннолетний до 18 лет отвечает родители за вот эти деяния, которые проводят подростки.
Сегодня ситуация очень такая неинтересная для подростков, что отсутствует школа в режиме все онлайн. После 3-2 часов дня, когда заканчиваются уроки, подросткам нечего делать, им некуда идти. Какая позиция? Конечно, интернет, конечно, фильмы, конечно, любопытство. И, конечно, вхождение во взрослую жизнь дает свои результаты и хотят пробовать. Пробовать алкоголь. Но я всегда спрашиваю, ну почему сегодня? Так можно сегодня продать пиво, можно продать слабоалкогольные напитки подросткам. Почему сегодня не смотрят родители, что делается с детьми? Это невозможно просто скрыто. Это надо где-то быть в каком-то месте для того, чтобы, извините, никто не видел под покровом, какой это наяву, это днем, это ситуация такая, это большое счастье сказать надо медикам. 6-я больница, это детская линия. Людям, які вчасно помітили, викликали швидко. А то, що увидели, я вам хочу сказати, що от на Раді Анатолійовичу він правильно сказав, що, во-первых, це катастрофа. Кожен родитель, коли бачить такого подростка лежачого, він одразу згадує своїх дітей. А якщо б це було з моїми дітьми? Значить, думаєш, зі мною такого не станеться, такого не, але ж випадки доводять інше. Вот ситуация, которая связана с такими отравлениями, вы знаете, я начинаю вспоминать все наши года, когда мы занимались подростковой службой, именно лечением алкоголизма, наркомании. В плане того, что сегодня весна, становится тепло, становится ситуация, уже дети будут в парках, где-то они будут на лавочках встречаться и так далее. Здесь самое главное – ответственность родителей. То, что сегодня существуют такие маленькие штрафы, сегодня родители должны отвечать, почему ребенок в таком состоянии. И, конечно, потом вопрос к нам, уже к медикам. А скажите, а что дальше? Попал в реанимацию, откачали, сделали. А что дальше? Куда этот ребенок идет? Он должен идти к психологу, он идти должен к психотерапевту. Родители должны заниматься этим вопросом. Это катастрофа. Это катастрофа, если ребенок в состоянии опьянения в 12 лет, это теряются все когнитивные функции. Он перестает, у него нарушается память, у него становится агрессия, у него становится вот это состояние, которое было отравление алкоголем, оно бесследно не пройдет. Оно обязательно отложится в своих действиях, вот именно в функциях мозга, сердца и так далее. Про вплив алкоголю на дитячий организм еще поговорим, а я вот хочу запитати в среднем, сколько відсотків підлітків до 18 років хоча б один раз у житті пробували алкоголь? Ну, я имею цифры, которые мы имели до войны. И вот в 21-м году у нас была такая большая конференция. Мы подводили итоги, проходили все тестирования в колледжах, в техникумах, в школах, в старших классах. К сожалению, раз в неделю, с 15 до 16 лет, раз в неделю выпивают мальчики в процентном отношении от 50 до 55, а раз в неделю, это, как правило, суббота. Один раз у жизни пробовали, мабуть, все. Так. Но еще катастрофа, то, что были тогда итоги у нас девочки больше употребляли, так сказать, водку и так далее. Представьте себе, что алкоголь – это неконтролированное поведение, это неконтролированное ведение, это, так сказать, нежелательный секс, это все, что возможно, и преступление, все делает алкоголь. А от коли відбувається перше знайомство дітей з алкоголем? Чи є у вас такі дані? Ви ж спілкуєтеся, да, так, і з підлітками, і з їхніми батьками. От наймолодшому вашому пацієнту скільки років було? Взагалі, це печально так говорити, але наймолодшому пацієнту було 9 років. Когда мы занимались, у нас было детское отделение на Мильмана, колоссально, со школой, с психологами, с работой. И я вам хочу сказать, первое знакомство с алкоголем – это в семье. Это прежде всего подросток смотрит семью. Папа курит, отец, сын будет курить. Папа выпивает, сын будет выпивать. Мама, дочь. Это все перекрестная ситуация. Мы очень много работали с иностранными, с нашими международными коллегами, с психиатрами, с наркологами. И проводили такое тестирование. Кто сегодня виноват в том, что сегодня подростки? Первое, конечно, отсутствие должной рекламы о вреде. Отсутствие контроля по продаже, это однозначно. И я вам хочу сказать, и вся школа, которая занималась этим вопросом,
Мы приезжали в школы, занимались профилактикой и очень много создавали такие волонтерские группы среди подростков, которые бы проводили трезвый образ жизни. Спорт, движение, рисование, все это было. К сожалению, сегодня это ушло. Но я надеюсь, что все пройдет. Чи проводите онлайн-зустрічі зі старшокласниками, студентами? Да, я вам хочу сказать, что я очень счастлива. У нас есть областной центр громадського здоров'я. Руководитель является главным врачом Гармаш Наталья. Она очень широко занимается именно мы с психологами, с полностью в режиме онлайн колледжи, университет. Я помню, что мы занимались с металлургической академией. Проводим эти занятия, и слава Богу, что они есть. А чи можна взагалі говорити про таку залежність у підлітковому віці? От все-таки який відсоток дітей, старшокласників регулярно зазирає у чарку? Я вам хочу сказать, давайте мы так не будем говорить. Залежность, она формуется только тогда, когда для этого есть условия. А условия – это что? Почему сегодня зависимость такая алкогольная, она старше? Потому что это набирается опыт плохого поведения. Это я говорю только сегодня об алкоголе. Наркомания – это совершенно другое. Это попробовал и встал уже, так сказать, в очередь в наркоманию. А здесь это сегодня нет. Это поведенческий. Зависимость, она появляется только тогда, когда есть все условия для систематического употребления. Это не учеба, не работа, это безделье. Это сидеть в компьютере, в интернете. И для этого что еще надо? Чуть-чуть кайфа, драйфа. Вот этот драйв, который сегодня возникает именно в головах при алкоголе. А вот алкоголь и наркотики, бывает так, что да, к сожалению, да. Поеднуется и то, и к сожалению, да. Когда нет наркотика, нужно догоняться таким состоянием, которое было при опьянении наркотическим алкоголем. Конечно, это есть. Но это очень печальный вопрос. Это уже зависимость, и вот очень серьезно. Я нагадаю, мы працюем в прямом эфире 068-123-48-54. Номер нашей студии. Долучайтеся, пишите про наболіле, ставьте свои запитания у Viber. И наприкінці программы мы обов'язково залишимо час, чтобы на них відповісти. Ви вже згадали про причини, так? От причини вживання алкоголю у підлітковому віці. Перше, ви сказали, батьки. Так, у середовищі сімейному. Середовище. Це онлайн-навчання зараз, яке ми маємо. Інтерес к будущему, к взрослому миру. Это тяга, обязательно. Обратите внимание, все современные фильмы, что у нас сегодня? Все герои сидят, выпивают сегодня такой вискарный вариант, сигареты и так далее. Все это все популяризируется, это сегодня модно. И мне бы очень хотелось, чтобы было то время, когда это будет не модно. Я надеюсь, что это будет. А вот схильність до алкоголізму передається батьками своїм дітям генетично? Да, я вам хочу сказать последние данные. Вот мы проводили американские ученые вместе со шведами, что сегодня действительно около 50% генетических вариантов, которые связаны с передачей этой зависимости, есть такие ген алкоголизма. По своей ситуации. Если этот ген алкоголизма, в который родился мальчик или девочка, входит в среду, там, где она есть, этот алкоголь, значит, обязательно будут такие проявления. То же самое, зависимость любая другая, пищевая, поведенческая, это все виды зависимости. Есть такой вариант о 50% генетическом явление именно по алкоголизму. Психічні захворювання дітей і вживання алкоголю, як це між собою пов'язано? А я вам хочу сказать, сегодня алкоголизма такого названия нет. Сегодня называется психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением алкоголя. И вы должны заметить о том, что сегодня подростки, которые употребляют алкоголь где-то, им нравится изменение своего поведения. Они яркие, красивые. Экспериментуют с этим, наверное. Это обязательно. А другой сидит грустный, другому алкоголь вызывает плохое настроение. Одному это веселье, третьему еще какие-то ситуации. Понимаете, потому что здесь алкоголь на разную психику действует разно, но всегда очень отрицательно.
От як, власне, батькам розпізнати, що у дитини проблема, попереджувальні сигнали? Адже може бути таке, що один раз прийшов додому, не помітили, так, пробіг швиденько. Другий раз, можливо, батьки зробили вигляд, що не помітили, нічого пройде. От все-таки, коли треба звернути увагу? Який прежде всего, хочу обратить внимание, что подростки, которые хотят выпить, хотят объединиться, поспілкуватися, они обязательно будут уходить из дому в одно и то же время. Вот у них время. Я ушел, я на 15 минут, я к другу. Знаете, что эти 15 минут другу, это будет объединение. Потом он, следующий вопрос, когда он пришел, он обязательно незаметно поднимется или к себе на второй этаж, или поднимется на первый этаж, или быстренько юркнет в кроваточку, и будет это тогда, когда он боится оценки родителей. Когда он не боится оценки родителей, и родителям все равно, а они он совершенно открыто говорят, что ты мне рассказываешь, я не выпивал, это тебе так кажется. И вот эта ситуация однозначно, это очень пагубно, если родители не обращают внимания. А вот, власне, коли вже треба бити на сполох, у яких випадках треба звертатися вже до фахівців? Я вам хочу сказать, когда алкоголь уже начинает мешать жить, учиться, радоваться. Алкоголь, зависимость – это никогда не радость. Это на первых порах появления каких-то так эйфорических состояний, там, танцевать, общаться и так далее. Потом это грусть, это тоска. И я вам хочу сказать, это депрессия. Депрессия, особенно психика подросткового возраста, она не способна принимать алкоголь. Не принимает рецепторы головного мозга, алкоголь не воспринимает, это не продукт питания. До речи, до какого веку вы бы категорично не рекомендовали пробовать алкоголь? Я вам хочу сказать, всегда мы все молодеем, вариант употребления. В 15-16 лет это до этого категорически нельзя. Почему? Я просто говорю о том, что я знаю, что ферменты организуются в печени, они функционируют, начинают организовываться для переработки алкоголя. Почему сегодня эти подростки были трагически опьянены? Потому что у них ферменты нет переработки алкоголя. 11 років. И однозначно большое количество. И самое страшное, что подростки пьют очень плохие напитки. Самые тяжелые, самые отрицательные. Пиво самое дешевое, самое химическое. А алкоголь самый дешевый. Это все, понимаете, это химические состояния, которые печень не перерабатывает. Коматозное состояние, в котором они попали в связи с алкоголем, это не значит, что они выпили литр, они могли выпить немного. Но организм сегодня не срабатывает. Он нет фермента перерабатывающего. Я нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі 068-1234-854, номер нашої студії. Долучайтеся до розмови, пишіть нам запитання у Viber, і ми обов'язково знайдемо час, щоб на них відповісти. Ну, а ми продовжуємо, пані Наталі, от, власне, до яких фахівців батьки можуть звертатися за допомогою? Да, я вам хочу сказать, что до сегодня немножко сложнее эта ситуация происходит, потому что сегодня наркология объединена в психиатрии. Это сегодня одно лечебное учреждение. И я вам хочу сказать, там есть детское отделение в Игренской больнице, она единственная у нас областная больница, которая объединила всю наркологию и психиатрию в общем. Поэтому это есть на Бехтерева, Игренская больница. Она круглосуточно работает, однозначно можно обращаться. Но я бы хотела все-таки это в тяжелых случаях. Вот эти подростки, которые попали, они ушли никуда. Они должны были прийти к психологу, они должны идти к психотерапевту, они должны были прийти к наркологам. Нарколог – это не психиатр. Психиатр, мы говорим, психические и поведенческие расстройства, но подросток, он еще не вырабатывает такую зависимость, которая могла бы мешать обществу. А вот именно к наркологам надо приходить. И лично, пожалуйста, ко мне. Можно звертатися особисто? Можно, да, пожалуйста. С удовольствием хочу это сказать. Не только ко мне, к моей службе, которая сегодня работает в других условиях. Ми говоримо про те, що от випадки вживання алкоголю дітьми можуть бути пов'язані з різними психологічними проблемами, у тому числі. І ви говорите, що треба звертатися до психолога. Чи компетентний шкільний психолог, скажімо, вирішувати такі питання?
Ну, я вам хочу сказать, что до момента, вот сегодня, так сказать, я очень много практически психологов, мы знали, мы собирали совещания, и психологи, мы обучали их проблем именно работы с подростками, которые употребляют или наркотики, или алкоголь. Я не могу сказать, есть очень хорошие психологи, но психологи, которые в наркологии отработали, по словам плана, у них есть своя специфика. Конечно, сейчас много психологов ушли уже и в частные клиники, и так далее. Но надо психологов искать. Ищите у меня, я с удовольствием буду принимать всех, притом безкоштовно. До речі, от які наслідки вживання алкоголю на дитячий організм, чи може це призвести до якихось серйозних хронічних захворювань у дорослому житті? Обязательно. Почему такая тревога за подростковый алкоголизм? Дело в том, что это прекращается рост человека как своего развития физического. Второе – несоответствие физического и психического здоровья. То есть работа мозга совершенно настроена совершенно по-другому. Что такое алкоголь? Это искусственный дофамин. Это те гормоны, которые вызывают и должны вызывать радость. Но самое интересное, что когда употребляется алкоголь много, свой дофамин не вырабатывается, и наступают психические и поведенческие расстройства. Отсутствие желания учиться, лежание на парте, не хочу учиться, не хочу ничего делать, работать тоже не могу, апатия, депрессия. Это все. Батькам необходимо вчасно звернути увагу. Это все будущее, те, которые сегодня будут употреблять подростковом пиве. Пані Наталі, у нас є запитання від глядачів у Viber. Добрий вечір. У мене питання до Наталії Білої. Чи може неповнолітня особа сама звернутися за консультацією до нарколога без відома батьків? Чи може підліток анонімно пройти лікування? Да, дуже хороший вопрос, спасибо. Всі консультації с учетом родителей и подростков, которые себе отдают отчет, что они приходят за помощью, все анонимные. Я вам просто еще раз хочу сказать, нельзя по-другому, вас нигде не будет ни фиксировать, ни регистрировать обязательно. Подросток, который уже самостоятельный, тот, который сегодня, он может обратиться и написать заявление от себя. Я хочу, чтобы меня проконсультировали. А так, конечно, законодательство, закон о психиатрии говорит только после 18 лет. До 18 лет заявление родителей. Залишається буквально 2 хвилинки ефірного часу. Є ще одне запитання. Доброго вечора. Де у Дніпропетровській області лікують дітей з проблемами алкогольної залежності? Ми говоримо, що це так голосно сказано. Так і все ж. Як лікують алкогольну залежність у неповнолітніх? Скільки на це може піти часу? Я вам хочу сказать, все зависит от того, в каком состоянии подросток. Вот в период реанимации, я вам однозначно говорю, это 10-15 дней интенсивного лечения, и потом дальнейшее – это неврология, это отделение педиатрического варианта и так далее. А я хочу обратиться к тому, чтобы вы просто знали, что сегодня та наркология, которая была у нас с детскими психологами и так далее, она сегодня существует в центре, в нашем медицинском центре Европа. Мы находимся сегодня в диагностическом кардиологическом центре. И я вам хочу сказать, у нас и стационар, и поликлиника, и психологи, и психотерапевты, психиатры, наркологи. И мы работаем сегодня по гарантиям Национальной службы здоровья, то бишь бескоштовно. Я приглашаю всех родителей, которым сегодня судьба вашего подростка не безразлична. Обращайтесь ко мне лично, звоните в наш колл-центр «Европа», обращайтесь к нам, мы все будем помогать. Дякую вам за те, що завітали до нашої студії. Дякую, пані Наталія, за інформативну Спасибо. Та корисну розмову. Наталія Біла, членкиня Координаційної ради з протидії поширенню наркоманії серед неповнолітніх Дніпропетровської облради, сьогодні була в гостях у нашій студії. Цю програму, а також інші авторські розмовні студії ви зможете переглянути на нашому Ютубі. Долучайтеся і обов'язково підписуйтесь.